Приветствую всех зрителей данного ролика. Сегодня у нас на обзоре гептер. В общем, инструкция по применению. Саму инструкцию, думаю, зачитывать до мелочей не нужно. Думаю, зачитаю противопоказания или показания к применению лучше. В общем, для чего применяется данный препарат? Жировая дистрофия, хронический гепатит, токсические поражения печени. Противопоказания: генетические нарушения, билярные расстройства и гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. Все, дальше зачитывать саму инструкцию от препарата не буду, потому как данный препарат отпускается в основном по рецепту, по рекомендации врача. Он, врач, должен назначить вам дозировку. В данной упаковке содержится 20 таблеток по 400 миллиграмм. Вот такие пластинки там. С препаратом я знаком не понаслышке. Принимал его почти целый год. Есть свои побочные действия. Не у всех людей, но из 10, допустим, человека 3-4 страдает побочками. Бывает расстройство желудка, расстройство кишечника, диарея и так далее. У некоторых свои побочки, у других свои, это никто не предугадает их. Средняя цена данного препарата 1800 рублей. Это полный аналог гиптрала. Конечно, сам гиптрал отличается от гептера своими качеством и свойствами. Но по цене как бы можно брать гептер. На порядок, на 500 рублей он дешевле. Если пить долгий курс, то это выходит неплохая сумма, так сказать. Так, гептер, адаметионин, гипопротекторное средство. Также я сказал, что знаю препарат не понаслышке. Принимал его почти год. С того дня, когда мне поставили диагноз цирроз. Выпил я уже его огромное количество, этого гептера. Ну, все мои анализы, печеночные и не печеночные, с гептера приходят в норму. В общем, покупать, думаю, его стоит. Хотя можно найти в сети такие ролики, что лучше вообще лечиться расторопшей одной. Есть даже доктора такое, говорят. У них есть свои такие большие каналы. Говорят, можно лечиться расторопшей, так как вот эти вот препараты гипопротекторные, адаметионин, сделаны на основе расторопши. Ну, я думаю, что расторопши надо выпить или съесть целую КАМАЗ. Все-таки здесь содержится большее количество вещества, минимум в таблетке, чем, допустим, одна таблетка заменяет 2 килограмма или 2 литра, может, за заваренный расторопши. Мое мнение, в общем, такое. Если для поддержания, конечно, вот я, бывают у меня такие моменты, что я отдыхаю от таблеток и пью травы, да, для поддержки, да, но для лечения лучше, конечно, использовать вот такие специализированные препараты. Ну вот и все, вся инструкция, обращайтесь лучше к врачу, делайте УЗИ, фибросканы, минросканы всякие разные. С печенью шутить не стоит. И да, думаю, все слышали про вчерашние события нашей политической жизни. Как вы к этому относитесь? Напишите в комментариях. Все, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Обсуждайте, задавайте любые вопросы.